Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В России хотят ограничить время продажи алкоголя в кафе в жилых домах. Как пишет газета «Ведомости», в Госдуме доработали законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в местах общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах. Глава комитета Нижней палаты парламента Александр Хинштейн уточнил изданию, что проект закона доработан ко второму чтению. По его словам, поправки касаются запрета на продажу алкоголя в кафе и барах с 23:00 до 8:00. Также субъектам могут предоставить право ужесточать ограничения вплоть до полного запрета продажи данной продукции. В окончательной редакции проект закона должен быть подготовлен в течение марта. В сентябре депутаты запретили в первом чтении продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!